16 августа в Бендерах фирма «Хайтек» открыла новый специализированный магазин «Мир посуды». Открытие магазина привлекло внимание горожан. Надеяться, что будут цены хорошие и интересные. Ну, то, что там качество товара должно быть хорошее, мы это уже видим. Но цены... Ожидаем чего-то нового, красивого, недорогого. А так посмотрим на выбор, что нам понравится вообще. Я хочу посмотреть что-нибудь для кухни хорошее. Что-то новое, может быть, новая продукция какая-то. А вы пришли за чем-то конкретным? Нет, просто посмотреть. Качество нормальное. Цены, как бы скидки, мне это устраивает, очень нравится. На карточку покупаешь что-то, потом скидка на следующий товар. Очень нравится. Постоянный клиент магазина «Хайтек». Да, хорошего качества, красивое, конечно, и чтобы цена, было конечно. Красиво, приятно на кухне. И цена, естественно, да, добавляем. Цена, конечно, это, безусловно, играет роль. Сегодня, в этот летний день, мы открыли первый в Приднестровье специализированный магазин посуды, в котором представлен самый широкий ассортимент посуды, аксессуаров и сопутствующих товаров из самых известных мировых брендов и производителей. Мы к этому пришли, поняв, что жителям республики необходим такой магазин, в котором будет представлено все то, что им необходимо для дома, для кухни. Мы представили здесь товары для кухни, для сервировки, аксессуары, для выпечки, большой ассортимент, для малышей термоса, то есть детская продукция, термосумки и так далее. Вот. Ну, по фирмам мы старались представить как можно шире ассортимент продукции, то есть это и Гипфел, и Рондел, и Тефаль, Гранчо, Виндзор. Ну, то есть то, что Тескома, то есть то, что представлено в Европе, мы старались здесь представить уже широко. И в дальнейшем, я думаю, наш ассортимент будет только расширяться, потому что мы ждем еще приход нового товара. И думаю, жители Бендер будут довольны, потому что мы открыли его, в общем-то, исходя из пожеланий наших покупательниц. Первых покупателей ждал приятный сюрприз – участие в беспроигрышной лотерее. 20 человек получили ценные подарки. Мы, женщины, всегда любим посуду и все такое. Я хотела что-то для себя найти специально для духовки. Ну, подобрала себе вещь. Вы что-то выиграли? Выиграла. Пожалуйста. Что выиграли? О, пылесос. Как раз у меня в доме нет пылесоса хорошего. Я первый раз на такой акции. Мне понравилось. Спасибо большое за подарок. У меня как раз сегодня день рождения. У меня сегодня день рождения. Спасибо большое. Не ожидала такого подарка. Спасибо большое. День рождения. Вообще наша фирма славится акциями. Поэтому, думаю, конечно, мы к праздникам, к какому-то еще, может быть, открытию определенного бренда, думаю, мы совместно проведем еще акции. Поэтому ждем наших всех покупателей к нам в магазин. Думаю, все останутся довольны и качеством, и ассортиментом. Также еще хотелось бы отметить, что в нашем магазине действуют дисконтные карты «Хайтек». Карту любой покупатель может оформить, исходя из условий, у нас условия на кассе можно взять флаер и оформить дисконтную карту. Информацию о поступлении нового товара и о проведении акций в новом магазине вы можете найти в интернете на официальном сайте «Хайтек Электроникс». Ирина Воловая, Елена Цветкова, Днестр ТВ.